пошел прочь из Краснодара! Волков, пошел прочь из Краснодара! Волков, пошел прочь из Краснодара! Волков, пошел прочь из Краснодара! Это ваше приглашение, когда вам надо власть! Да он уже сказал, что пригнали. Вы против чего? Вы плохо слышали Навального. Против Навального, да? Да. Это сказал человек за плакат. Ну, ребят, серьезно, с чем лица прятать? Вот вы скажите цель вашего сюда прихода. Я просто пришел поддержать тиммейтов друзей. Ваших друзей? Да, друзей. Не только друзей. А кого еще? Всех людей, которые тут. Ну, то есть вот всех этих людей, да? Да, пришел поддержать. А, и вы согласны с их лозунгами, правильно? Да. Если бы я был не согласен, я бы сюда не пришел, это логично. Волков, пошел скажите, прочь из России! А почему Волков должен пойти прочь из России? Прочь из России! На самом деле, я сам не смотрел эти видео, так что я просто их поддерживаю. Доверяю их нему мнению. Ну, то есть вы не в курсе ситуации, просто с чьих-то слов пришли и стали поддерживать. Правильно? Пошел прочь из России! Ну, что-то конкретно вот по теме вашего плаката, что вы можете сказать? Плакаты все говорят о тебе. Не дадим пачкать нашу историю. Кто пачкает нашу историю? А, ну, было же то, что отредактировали фотографию, то, что Зеленка за Мазов стал. А кто ее отредактировал? Навальный. Я точно не знаю. Навальный отредактировал? Навальный. Так это было не в его блоге, молодой человек. Так кто отредактировал? Нет, ну давайте еще, есть какие-то факты? Не знаю, чего. Именно до меня. Вы просто один не боитесь показать лицо, поэтому я. Да я просто не вижу, а чего? Вот, действительно. Не знаю, меня же не убьют после этого. Так какие еще факты пачкания стоят? Какие факты? Я не знаю, какие факты. Да, мне рассказывали о том, что он отредактировал эту фотографию. Да, это реально. Реально. Пошел прочь из России! Давай, удали из России! Ладно, спасибо. Пошел!